зажигалка. Здравствуй, коробок. Ой, коробок, смотри, там Вася гуляет. Давай его в лес позовем. Здравствуй, Вася. Привет, зажигалка, привет, коробок. Вася, чем ты занимаешься? Я играю с друзьями в машинке. Ой, мне интересно, пошли с нами в лес гулять. Вася, что-то холодно в лесу, давай разожжем костер. Коробок, доставай свою волшебную спичку. Чик! Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Раз огонек, два огонек, три. Спасите, помогите! Ну куда же вы меня? Зачем вы меня бросили? Ой-ой-ой! Сдвинутся тучи над родиной, значит, люди попали в беду. Поднимается сила народная и спасает родную страну. И пускай непогода стеною, и пускай не летит самолет, МЧС, ты всегда наготове. Мы уверены, помощь придет. Мы грянем славой МЧС, и нет тревог. Мы грянем славой МЧС, и с нами Бог. Пусть знает каждый человек, и я, и ты, что есть в России матушки, спасатели страны. Я огонь, я друг ребят, но когда со мной шалят, становлюсь тогда врагом и сжигаю все кругом. Ребята, вам не зря играть, со спичками нельзя. Огонь опасен, к сожалению, для всех людей без исключения. Чтобы лес звериный дом не пылал нигде огнем, чтоб не плакали букашки, не теряли гнезда пташки, а я спею песню птички, не берите в руки спички. Много есть профессий разных, нужных, творческих, опасных. Я хочу пожарным стать, чтобы людям помогать. Весь пожарный, он герой, уходит огонь любой.